Рубит кто? Султан кто? Это я. Галилей. Повестку получил? Садись-ка в коляску. Герман Иванович. Крокодилыч. Садись, садись. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! Не все приветствуют. Не все. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! Больно. Больно. Рядовой Слонов, застегните гимнастерку и подтянитесь. Есть. И вы тоже. Встаньте, как положено. Вольно это не значит расхлябанно. Слушаюсь. В ближайшее время наш взвод примет участие в учениях в составе части. Приказываю проверить обмундирование, оружие, инструмент, материальную часть. Быть готовыми. Ваш взвод будет включен в состав передового отряда. До Головинского массива следуйте в общей колонне. Далее, возглавив огневой расчет одного из орудий, начинайте скрытый маневр с целью быстрого углубления в тыл южных. Старайтесь избегать открытых мест. Следуйте лесом. Ясно. 18 в 6.00 по прибытию к месту переправы противника вам предстоит вывести орудие на прямую наводку и сорвать наведение понтонной переправы. Тем самым отвлечь противника от направления нашего основного удара. Далее, в случае успеха, отходите к деревне Гуськово. Вот она. Нашли на карте? Гуськово. Ясно, ясно. Вопросы есть? Вопросов нет. У меня к вам вопрос, старший лейтенант. Мы тут поспорили, это вы или не вы. В смысле?
Были у нас на сборах в позапрошлом. Так точно. Ну вот, а я что говорил. Только ты с бородой был, правильно? Так точно. Ну вот, все сходится. Только бороду потерял. Ты физик или кто? Вроде этого. А меня помнишь? Помню. Разрешите быть свободным? Идите. Вот тебе ручей. Тут же ручей был, нет? А помнишь, как мы тут через него прыгали? Точно. Ты смотри, как вспухло. Вспухло. Дожди. Так что будем делать? Пройдем? А где этот шофер? Давай его сюда. Эй, водитель, как тебя там? Афонин? Давай сюда. Тебя как? А у меня, Вова, до шеи. А, ничего, карабин. Пустанай. Иду, ребят. Не надо. Гера, ну за компанию. Давай, давай, все сюда, все. Правее бери. Султан, вон, вон где елка. Видишь? Вижу, вижу. Глубоко. Эй, водитель, не бойся, это тебе не твой троллейбус. Вперед, вперед, тебе говорят. Ты с ним потише. Он у нас власть, депутат. А где это? Второй. Архитектор утонул, что ли? Утонул. Давай правее, правее. О, есть берег. Я здесь, ребята! Лево руля! Да вот так, прямо за мной, всё. Прямо за мной, давай. Вот так. Круче. Круче руку. Выворачивай, выворачивай. Вот так, вот так. Хорошо. Ну и все, отлично. Нет. Давай. Еще немного, и твоя асфальт начнется. Порядок, ребята. Это вы что ж, служили вместе? Служили, да. Вот я и вижу веселой компании. Вас что-нибудь не устраивает, Афонин? Да нет, а чего же. Карабин. Пустанай. Все, ходишь, на небо смотришь. Посты проверяю. Ты
Ты давай доедай, архитектора сменишь. Угу. Ну, что там на небе, крокодилыч? Гер говорил, парад планет вроде. Не видно же ни черта. Так и не увидишь. Это он только в свой телескоп. Знаю. Ну как, вытащим ее завтра, пушку-то? Пушку-то? А тягач? Смотри, смотри, Афоним! Ложись! Thank you.
Пинки! К орудию! Цель танк! Прицел ноль! Готов! Огонь! По головной машине! Огонь! Танки! Огонь! Есть, готов. Танки справа! Огонь! Пухов! Успели. И этот готов. Эй! Вы что там? С ума сошли? Сейчас переплывем, ведь накостыляем. О. Становись, равняйся. Смирно. Товарищ генерал, второй взвод 3-й батареи 17-го артполка, командир взвода старший лейтенант Костин. Здравствуйте, товарищи. Здравия желаю, товарищ генерал! Вольно. Вольно. Скрытым маршем в расчетное время подошли к месту переправы, сорвали наведение понтонного моста. Подбили 3 танка и уничтожили несколько понтонов. Молодцы. Называется, штатские тряхнули стариной. В общем, мы мирные люди, но наш бронепоезд, так что ли? Так точно, товарищ генерал. Фамилия? Пухов. Сержант Пухов. Этого хоть сейчас на передовую. Так я и не против. Ну что ж, товарищи, командование выносит благодарность.
возвращайтесь в лагерь, и все, и по домам. Спасибо за службу. Служим Советскому Союзу! А почему по домам? Как это понимать? Я так понимаю, дорогой мой, что нас уже нет на свете. Все, ребята, война кончена. Товарищ капитан, разрешите обратиться. Я не понял. После отхода противника от берега по вашим позициям был нанесен ракетный удар. Откуда вдруг ракета? Оттуда, лейтенант, оттуда. Там ракетная установка. Товарищ капитан. Ну что, задание выполнено. Чего вы? Подождите. А нечего ждать. Вас нет, не видно и не слышно. Вы пали смертью храбрых. Благодарю за службу. Ура! Ура! Закурить у кого найдется? На берегу вас плавает. Есть кто с резинового завода, а? Никого. Может, с арматурного есть? Есть тут один. Крокодилыч, плыви сюда. Пухов. Пухов. Здесь, что ли? О! Здорово. Отчего это ты вдруг Крокодилыч, а? А ты, парень, не султан? Мясник из третьего магазина. Был мясником, был. А теперь? А теперь дух. Это мы на том свете! Все, ребят, сутки сидим. Сегодня уже ушел, завтрашний будет завтра. Как это? А вот так. Что-то рано отвоевались. Этот капитан, черт бы его побрал. И откуда у него там эта ракетная установка? И почему мы ничего не знали? Укрылись бы как-нибудь. От нее не укроешься. Что же выходит, они заранее знали? И нас? В жертву, что ли? Да. Хорошо, еще ракеты не настоящие. Да, хоть бы настоящие. Это ты не прав. А чего? Раз и нету. А чего терять-то? Жизнь, чудак. Жизнь, понял? Вот ты живешь 40 лет, живешь. А что такое жизни не знаешь? Да знаю. Гарем в мясном отделе. Ему положено. Как-никак султан. Да ну, бабы. 5 минут удовольствия. А теперь ты не прав. Я не о том. Да. Где же оно, Гуськово? Ну, где оно? Гуськово, Гуськово. Все уши прожужжали. Накрылось Гуськово.
Слон. А? Тихо. Султан. Султан. Вера. Тихо. Ну вот, слава богу. Куда ты нас тащишь? Я не понял. Мне домой надо, чудак-человек. У меня работа. Как куда? Был же приказ. Гуськова в оцепление. Так что, продолжаем? А? Так я не против. Что за сон? Мы что, обратно приехали? Давно не виделись. Вы откуда, братцы? Привет. Привет. Здорово. Привет. Видите, как плохо бросать товарищей? Пришлось обгонять вас на попутной. Вы, в общем-то, куда? Понятно. Решили от нас избавиться? Пожалуйста. Можем путешествовать отдельно. А мы подумали, черт с ним, когда еще в жизни такое будет? Никто не знает, где ты, никто тебя не ждет, не ищет, не звонит, свободен от работы. Целую неделю, где ты, кто ты? Что такое? Где мы? Что за город? Смотри, смотри, смотри.
А ты-то как сюда попал, малый? У тебя тут что, текстильный городок или что? А, приятель. Знакомиться. Мы вообще-то люди военные. Не смотрите, что в штатском. Вы знаете, это у нас такое задание. И к тому же нас ракетой накрыло. Так что нас вроде как и нет. Такое бывает? Бывает. Конечно. Так как вас все-таки звать? Да никак меня не звать. Дух я. Нет, правду говорю. Мы с того света. Духи. Слушай, а ты симпатичный. Тебе сколько лет? Только не говори все мои. Я это каждый раз слышу. Сколько? 26. Разведенная? Ага. Муж убивал. Откуда вы знаете? Да я сам такой. Жена от меня ушла. Трезвого нашла. Он ей покажет. Танцуете странно. Да я в жизни не танцевал. А пить бросить? А я завезу. 2 месяца ни капли. И ничего не зашивал. Так, сила воли. Слушай, выходи за меня. Сейчас. Какая ты грубая. Грубая? А вам нежные нужны? Да. Нежный. А Гуськово это что? Деревня. Вниз по реке. Thank you.
Ты очень хорошая. Ты красивая. Тебе никто об этом не говорил? Ну, вот видишь, я первый. Так лучше. Учился. Это где же? В Доме культуры, в кружке. Можно сказать, все молодые годы протанцевал. Призы имел. Вот как? Вы посмотрите, сейчас все больше топчется. А надо поворачиваться. Поворачиваться надо. Пошли, научу. Куда? Место, что ли, не найдем. О, ишь ты быстрый какой танцор. А чего тянуть-то? Ой. И вот так. И еще раз с поворотом. Туда, ко мне. Подожди. И...
А где этот наш водитель? Василий! Как тебе там? Василий Сергеевич! Василий Сергеевич! Вася! Ну чего? Где вы там? Вот здесь! Давай сюда! Давай, давай! Подожди. Ну что, моя хорошая? Я с тобой. Куда ты со мной? Зачем? Там нет ничего. Я утону из-за тебя. Не утонешь. Давай, плыви домой. Что вы затеяли? А? А вещи наши где? Вещи наши, куда девались-то? Что за фокусы, а? Да здесь твои шмутки, не плачь. Туфель, второй. Так, есть, погоди, а носки? Ключи из кармана вывалились, вот тебе номер. Как же я домой попаду? И у меня ключи? Да, и деньги, между прочим. Ага, деньги целы, пардон. Майки нет, вот что. Лодка-то куда? Дальше-то мы как отсюда? Действительно. Не знаю, а я с ним не договаривался. Вадим, то что, остров это или как, а? А черт его знает. Ты умей или нет? Ты чего же его отпустил? Ну вот и приехали. Да вы что, братцы? Что вы тут затеяли-то, Герман Иванович? Кто? Это твоя выдумка? Ну тогда объясни. Меня, можно сказать, от женщины оторвали. Герман Иванович, я, кстати, тоже не понял, а что нам тут делать-то? Как что? Вот костер, сейчас сушиться будем, поедим. А женщин будешь дома иметь? И все остальное. Бабы, ключи, деньги, все это там, понял? Такой уговор. Кому не нравится, плыви назад. Ну, что там, все нормально, нет? Все будет, ребята. Располагайтесь. Ну-ка, дайте. Ну, надо все-таки узнать. Вообще, остров это или что? А зачем тебе? Ну, обратно тогда, на чем? На бревне. Сиди спокойно, не задавай главный вопрос. У нас об этом тоже уговор. Я смотрю, крепко вы тут договорились. Да, ребята, интересная у нас компания. Ты, может, обвешаешь меня там в своем магазине? А ты чего доброго? Пиджак с меня снимешь на темной аллее. Неважно, но вы. Понимаете, вы как друзья. В самом деле, у меня, честно говоря, таких еще не было. Ну и зря.
дружить, это, брат, тоже надо стараться. Вот у меня друзей, скажем, хватает. Чего-чего, друзей у меня. День рождения. Полная квартира. Сажать некуда. А-а. Все торгаши? Не только. Торгаши тоже люди. А еще у меня, между прочим, врачи. У меня врачи, друзья. Профессор один по уху, горлу, носу. Невропатолог, доцент. Жена в филармонии. Угу. И ты им мясо, вырезку. Я им дружбу. Ну и мясо тоже, верно? Ух, не люблю я вашего брата. Загробастали все на свете эти ваши ухо, горлоносы. От чего очереди? От того, что все без очереди. От этого? Такие, как вы, кормите, лечите друг друга. Откуда столько завистливых людей? Вот у меня жена такая же. Вот сейчас вернемся, спросит, как, мол, время провели? Надо отвечать плохо. Тогда она хорошая, тогда она добрая. Скажешь, хорошо? Лопаться будет от зависти. Точно. Вот у меня еще с армии дружок был, можно сказать, самый заветный. Вместе на заводе начинали. Ну, потом я женился, он женился. У него ребенок, у меня двое. Все не то пошло. Вот одна жена другой не понравилась, не так, видите ли, приняла. И пошло. А у меня умер друг, ребят. От водки умер. Верите, нет? Пил, пил, бросил, и все. Умер. Похоронили этой весной. А я свою боюсь. Вот с места не встать, боюсь, да и все. Не то, что она там пишет куда, или там в партком, или ничего такого нет. И ведет себя нормально. Настроением действует. Знаете как? Вот молчит. А ты уже нервничаешь, начинаешь думать, что-то не так, чем ты ей не угодил. Начинаешь думать. Вот так вот молчанием и скрутило. Надо же. Тебя скрутишь. Не, моя как раз разговорчивая. Как откроет рот. Ничем. Ну, твоя? Моя. Представляешь, доплыл, а? Ну, ебу, я ж плавать-то, в общем-то, не умею. А тут ничего, доплыл и не утонул, а? Чудеса. Нет, ребят, нам надо будет в городе встретиться, а? А когда? Когда нам встречаться-то? Вот мы за 2 года ни разу. Вот мы здесь вот, вместе в куче идем неизвестно куда. Да и то последний раз. А почему в последний? А потому что не возьмут больше нас. Старые мы. Точно, возраст.
Алло, товарищ. Привет. Привет. Подойдите, пожалуйста, к нам. Палатка там чья? Ваша? Моя. А лодка? Тоже моя. Не продадите? Что? Лодку. А что, есть покупатель? Вот он. Я бы с удовольствием, да лодка казенная. С турбазы. Понятно. А ты кто? Физик. Почему физик? Похож. Я не физик, я химик. Что-что? Серьезный химик? Да? Это где ж ты химичишь? На автобазе? В магазине? Почему в магазине? А где? Я действительно химик, химик-органик. Кандидат наук. Я в отпуске. Ну вот что, товарищ кандидат, мы люди военные, правда, не в форме. У нас задание, спецзадание, стратегической важности. Нам надо выбраться с этого проклятого острова. Что будем делать? Не знаю. Возьмем его в плен, что ли, вместе с лодкой. Как, товарищ старший лейтенант? Или давай добровольно. Тебе как лучше? Thank you.
Здрасте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Федя, Федя приехал. Наталья Сергеевна, смотрите, да. Мой сын приехал, Федя, да, с товарищами. Да. Простите. Феденька, ну наконец-то, где ж ты так долго, ведь я тебя жду. Простите, мамаша, вы, наверное. Федя! Здравствуйте. Сюда. Сюда, товарищи, сюда. Я с утра вас жду, понимаете? Давайте побыстрее. Прошу вас. Товарищ, товарищ, остановитесь. Тут какая-то ошибка. Что? Мы с турбазы. Мы туристы. Зашли сюда. Вы кого ждете? Как? Туристы? Они из ремстройконторы? Да нет. Вот это номер. А где же эти ремонтники? Ну и ну. Вы ешьте. У нас гости в доме престарелых нечасто. Да, нечасто. Как диковинку. А вас ждут. Скажите ей, что вы ее сын. Неважно, она завтра забудет. Я сама врач, я знаю. Не бойтесь, скажите. Да. Мамаша. Мама. Я здесь. Угу. Я здесь. Угу. Вы видите меня? Конечно. Пойдем. Дороги, куриные ноги.
Вас тогда увезли по Ладожскому озеру. А я на работе была, в госпитале. Прихожу, ни тебя, ни Марины. Я по всем детским домам. А потом уже, когда блокаду прорвали, я и туда, и сюда, по справочным. А мне говорят, они в этом возрасте могли имена свои забыть. А документы все пропали. Ищите, говорят, по приметам. Где-то живы, выросли. Может, родинка какая есть? Да нет, говорю, как назло. И вот видишь, я тебе сразу по лицу. Ты на отца похож. Да, да. А почему ты не пьешь? Чай свежий, вкусный. Вот ватрушки сегодня. Да-да, войдите. А, Наталья Сергеевна, голубушка, попозже. Ко мне сын приехал. Угу. Хорошо, хорошо. Ну-ну, рассказывай. Я ведь о тебе ничего не знаю. Ты женат. Да, мама. И дети есть? Сын 13 лет. А карточки при себе нет? Жалко. А жена кто? Она работает. Мы учились вместе. Я пошел в астрономию, она в школу. Ну ты расскажи, расскажи еще. Я все о тебе хочу знать. Какой ты? Веселый? Да нет, наверное. И неразговорчивый. Почему? Не знаю. Не о чем говорить. Ну, как это не о чем? Обо всем переговорено. Все, в общем, известно. Устаешь от слов. У тебя есть друзья? Нет. Вернее, есть. Вот эти люди, с которыми я сюда пришел. Ты добрый? Да нет, не сказал бы. А откуда у тебя эта астрономия? Это что, мечта с детства? Я хорошо учился. А хорошие ученики мечтают стать астрономами. Открывать звезды. Но все давно открыто. Неужели? Этого быть не может. И тем не менее. А чем же ты занимаешься? Живу, работаю. Мне это не нравится, Федя. Надо быть веселее. Мне кажется, этого тебе не хватает. Мы с отцом были очень веселые люди. Надо чаще вспоминать, что жизнь прекрасна. Я стараюсь.
Анна Васильевна, мы сейчас проводим нашего гостя. Феденька, вас там ждут? Мама сейчас ляжет, а вы придете завтра, да? Идите, Феденька, идите. Там все постелено. Идите. До завтра, да? Я им тут сказал про парад планет. Видишь, что делается. Я ведь не напутал, правда? Только не видно черта. А то это в бинокль. Ну что, бать, увидел, нет? Все правильно, пусть смотрят. Сегодня планеты в ряд выстраиваются. Раз в тысячу лет. Thank you.
Thank you.